Очередь. Начинали мы с 1100 заявлений, сегодня уже 6000 заявлений подано. И муниципалитет обязан предоставить землю, ну а строительство коммуникации, источника финансирования в законе, ничего не сказано. Люди идут к нам, ждут решения этих вопросов, и мы при всей сложности дефицита бюджета и городского, и республиканского хотели бы стартовать и обсудить первые наши шаги в этом вопросе. Многодетные семьи ждут от нас помощи. Мы тот уровень власти, куда люди привыкли обращаться со своими просьбами, несмотря на то, что законом этот вопрос за нами не прописан, тем не менее люди идут к нам. Сегодня на официальном портале государственных муниципальных услуг республики зарегистрировано уже 7020 заявлений многодетных семей на бесплатное предоставление земельного участка. Из них 6046 после проверки представленных документов включены в списки граждан, имеющих право на предоставление земельного участка. То есть на момент старта кампании, как Сурж сказал, было 1158 заявлений. А после принятия, значит, дальнейшего уже республиканского закона порядка 3000. На сегодня мы провели 142 заседания комиссии по предоставлению земельных участков многодетным семьям. Для осуществления приглашены были 4129 семей, из них 2636 уже выбрали земельные участки. Это 44% от стоящих на учете или 83% от того числа многодетных семей, которые изначально стояли на учете для выделения земельных участков. Я хочу сказать, что основная масса документов по предоставлению зарегистрирована уже на сегодня в Федеральной службе госрегистрации, 2043 пакета документов. На сегодня по землям, которые мы изначально предполагали для выделения многодетных сураищ, в Каймарах 97% уже выбрано земель. И в Сакурах 99%. Мы раздаем в основной массе, это трое детей, по 6 соток, и дальше за каждого ребенка по сотке. 6 дошкольных учреждений по 220 мест, всего на 1320 мест. Это на карте светло-желтенькие, прошу посмотреть. Одно поликлиническое амбулаторное учреждение для обслуживания взрослого населения на 100 посещений и детского населения на 200 посещений. А также две амбулатории для обслуживания детского населения на 200 посещений каждая. Также предусмотрена территория для размещения торгового центра, предприятия торгово-бытового обслуживания, спортивно-досуговый комплекс для отделения банка, отделения связи, опорный пункт охраны порядка. Нами было отработано строительство, так назовем его, первого этапа освоения территории, то есть обеспечение непосредственно подъезда к территориям, планируемым к застройке ИЖС, и обеспечение водой и электроснабжением, то есть по минимуму, так будем это называть. По Каймарам, если по первому этапу мы рассмотрели строительство дорог шириной в 10 метров, общей протяженностью 4 километра, то есть это непосредственно от существующей дороги до территории Каймар и по территории. В щебеночном исполнении мы ее рассмотрели. Аналогично рассмотрели возможность строительства сети электроснабжения в усеченной форме, так это будем называть. То есть это строительство одного БКТП, строительство 42 километров получается у нас линий. Аналогично был нами проработан и территория Сакуры. Там у нас дорога получилась такой же ширины 10 метров, также мы ее рассматривали в щебенке, общей протяженностью 2,5 километра. Нужно создать программу минимум, которая позволит многодетным семьям начать осваивать эти территории и поставить себе задачи на следующий год и, ну, скажем, в ближайшие 3 года вот эту программу минимум нам освоить с тем, чтобы и люди начинали планировать, проектировать свои дома. И в любом случае строительство дома занимает 3 года, вот, чтобы они знали, что к окончанию строительства, начиная со следующего года, там 2015-2016, к концу 2017 года, что они получат в виде инфраструктурного вложения исполнительного комитета города. Пора подумать о создании территориальных общественных самоуправлений данных территорий в поселках. Это необходимо для диалога жителей поселка с властью, с официальными органами, с сетевыми компаниями, с городскими структурами. Нужно ответственное лицо, к которому бы непосредственно на месте обращались жители этих поселков.
и создавали там местное самоуправление.